В очередной раз автовладельцы и пешеходы страдают от огромных луж на дорогах и тротуарах города. В данном случае виновником являются не неблагоприятные погодные условия, как то ливень или быстрое таяние снега. На этот раз улицу затопило из-за прорыва трубы. На улице Татарская возле Лазаревского кладбища прорвало трубу. Потоки горячей воды хлынули на проезжую часть. Местные жители, а также сотрудники магазинов и учреждений на этой улице утверждают, что это не единичный случай. Проезжую часть на данном участке дороги вода из труб отопительной системы, расположенных непосредственно под землей, заливает не первый раз. У нас, как всегда, прорвало трубу. Как видите, вода постоянно поступает. Машины проехать очень проблематично. Вода уже частично сошла, здесь было гораздо больше. Вот. Проблема у нас это постоянная. Прорывает ее регулярно. В этот раз поток воды был настолько сильным, что с улицы Татарской перешел на первую железнодорожную. Работники местных организаций говорят, что вода на данном участке трассы находится до тех пор, пока ее не ликвидируют специальной техникой. Слив здесь не работает и откачивают воду регулярно после каждого дождя либо такого потопа ассенизаторскими автомобилями. Примерно спустя 40 минут после начала потопа подачу воды перекрыли. Дорога постепенно стала приобретать свой первоначальный внешний вид. Жители улицы Татарская надеются, что ситуация с подобными затоплениями больше не повторится.